Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, добро пожаловать в игрушку Дакота, это больше, чем фирма. Ну что ж, ссылка на эту игру будет под видео, под описанием, переходи и играй. А мы начинаем обзор, let's go, не забудь палец вверх поставить, please, пожалуйста, мне это поможет. Так, ребят, вы меня просили снимать игры ВКонтакте, я снимаю, вставай, родная. Поезд поторопил, так, я уже собираюсь, дорогой. Так, прикольно, играю за девушку. Вообще люблю девушек очень сильно. Что бы мы без них делали? Ничего. Так, а киса подтянулась. Замечательно. Нажмите, чтобы погладить. Прикольно, давайте погладим. Так, за это нам дали ништяк. Вот умница. Киса куда-то побежала. Тут прям сюжет какой-то, ребята, есть. Это супер. Люблю, когда есть сюжеты. Так, давайте сделаем погромче. Откроем шкаф, чтобы собрать вещи. Ребят, это реально больше, чем ферм. Смотрите, тут реально с сюжетом. Мы собрались, мы жили где-то в городе. Ну, явно. А нет, хотя не в городе, в частном доме. Собираемся, берем картины свои любимые. Да, музыку я выключу. Ух ты, сколько бабок. Сколько долларов. Так, все, я собрал. А, уже иду, уже иду. Так, нажмем. В принципе, я упаковал чемодан и собираюсь. Все, едем прикольно. Даже загрузка очень прикольная. А на коняшке куда-то им. Ей, видимо, на ферму. Ребят, та игра, которая наберет 50 пальцев вверх, будет продолжение. Потом со временем спрос будет расти. Потом 100 пальцев вверх. И пока на этом остановимся. Ну, 50 хотя бы. 50 пальцев плюс. Я сниму продолжение. Так, мы куда-то идем. Пока что просто обзор у нас. Игрушки, ты смотри, красота-то какая. Действительно красиво, мне нравится. А, можно расширить это. Слушай, а так прикольно. В расширенном виде. Но мы, пожалуй, пока что свернем. Разобрать багажник, багаж свой. То есть мы жили в каком-то коттедже и переехали в частный дом. На ферму переехали, точнее. Так, распаковываем. О, кошка тут. Вот кошки-то рай, смотрите. В принципе, ей так было хорошо, а сейчас вообще супер. Сейчас просто природа. Кошки любят гулять на улице. А поэтому это им действительно очень круто. Причем тут очень довольно-таки убрано. Морковку надо собрать. Хоть бы переоделась, мне кажется. Забыла переодеться. Сразу, смотрите, как хозяйственная. Молодец. На такую стоит жениться. Посадить морковь. Сразу вспомнилась поговорка. Сей морковку в срок будет и прок. Сей морковку... О, интересно. Сей морковку в срок будет и прок. Рэпер. Ты бывший рэпер, по-любому. Это не поговорка, это стихи. Это песня. Сей морковку впрок. В срок будет и прок. Забирай награду. Давайте заберем. Лучше на паузе читать, потому что не очень удобно, он тем более ходит еще. Морковку созреет через 2 минуты. Хорошо. Так, что у нас тут такое? Первый заказ. Ничего себе, соседи уже узнали о нашем приезде и просят выполнить заказ. Да они офигели, что ли? Да ладно, шучу, шучу, сделаем, конечно. Мы же новенькие. Видимо, я новенький. Не будем заставлять их ждать. Окей, нам за это тем более деньги заплатят. 5 долларов. А, давайте выполним, почему бы нет? А, вот заказ. О, ты мальчик маленький. Сорян, дружище. Тебе нужно 8 морковок. А, ну ладно, хорошо. Я месяц жил в шалаше, поэтому и не очень привежлив. Богатый мальчик. У тебя есть 5 долларов. А у нас есть морковка. Так давайте сдадим 6 морковок. 19 долларов, нифига себе. Ребят, я, мне кажется, тоже поеду на ферму и займусь бизнесом. Плюс нам еще дали 5 долларов. Помимо 19, еще 5. Это будет 24 доллара. Второй левел, смотрите. Давайте сделаем звук погромче. Ой. Надеюсь, слышу. Так, новый заказ. Наступающий вопрос. Что такое? Ценная посылка. А, купить сарай. Давайте купим сарай. Где его построим? Где построим наш сарай? Чтобы он не мешался там. Давайте пока что тут построим. Заберем награду. Поделись своей радостью с друзьями. Мне пока что не будем, ребятки. У меня стену я не хочу засорять. Ну уж, извольте. Если что, потом размещу.
Я бы разместил, если бы разработчики добавляли мое видео к себе в группу, тогда бы я бы тоже размещал. Так, давайте уберем все лишнее. Ну, на этом канале, ребятки, будут только игры ВКонтакте. О, долго придется собирать. Блин, он что-то колотит одну лесенку. Вот какой лентяй. Смотрите, мы тут копаем, копаем, трудимся. А наш муж одну всего лишь пока что ступеньку заколачивает. Мне кажется, он халтурит. О, награда кукуруза. Прикольно, я бы хотел посадить кукурузу. Третий левел у нас. Давайте соберем морковь. Так, мой склад. У меня 10 моркови. Я бы хотел посадить кукурузу. В принципе, игрушка мне понравилась, ребят. Если она вам тоже понравится, обязательно ставь палец вверх. И мы продолжим играть. А новый заказ какой-то. А, грядки. Давайте купим грядки. Почему бы нет? Огород должен быть большой. Я всегда так говорил. Так, заберем награду. А, выполнить. Давайте морковку посадим. Отлично. За 10 долларов посадим 2 морковки. Сколько у нас баксов? У нас, в принципе, 1000 долларов. Довольно-таки хорошо. Заберем награду. Причем за это мы получаем прибыль. Морковный салат сделаем. Это моя кухня. Смотрите, кухня, морковный салат. Можно сделать яичницу, потом коулслоу какой-то, вареная кукуруза. Давайте салат сделаем морковный. Заберем награду. Это кухня, да, наша? Давайте еще сделаем два салата целых у нас. На складе два салата, прикольно. Можно это есть. Ну, ладно, пока что оставим. Что там у нас новое? А, сделаем курятник за 5 долларов всего лишь. Маленький курятник. Где у нас будут куры жить? Ну, давайте тут. Не, рядом с домом как-то они будут гадить там, какать. Давайте среди травки где-нибудь посадим пока что вот так. Заберем награду. А, цыпленка можно сделать. Так, купим цыпленка. Ух ты, смотрите, какой маленький. А можно приблизить как-то? Мне понравилось. Слушай, кайфовая игрушка. Что там надо? А, гнездышко сделать. 10 травы у меня есть. 3 всего лишь стоит. А, ему надо гнездышко. Хорошо, идем на склад. Как мне использовать гнездышко? А, все. Друзья, она ему сотку дала. Так быстро вырос, блин. Что-то ты быстро вырос. Дробилка для корма. Я уже поставил ее. А можно как-то немножко в другое место? Блин, нет, не так. Переставить как-то можно? Ладно, пока что так оставим. Так, мы сделали уже дробилку. А, я могу морковку туда крошить. Морковку, травку. Мне надо 20. Блин, мне не хватит, мне надо больше. Давайте траву соберем. И все в дробилку это запихнем. Я бы лучше траву больше запихнул, потому что морковка, мне кажется, нам еще пригодится. Может, конечно, трава тоже нужна. Потому что траву где мы будем добывать. Так, энергия быстро вообще тратится. Так, все, мы добываем, добываем, добываем. Что у нас там по дробилкам? Отлично, 4-й левел у нас уже. Хочу 20 сделать. Все, 20 есть, приготовим. Ух ты, нифига себе. Как много-много ништяков. Этим можно курицу кормить. Давайте заберем награду, заберем еще раз награду, заберем еще раз награду. Сколько мы за раз сделали вещей. Так, яйцо получили. Слушайте, а мне нравится эта ферма. Смотрите, выросла кукуруза у нас. Кукуруза и морковка. Соберем все это дело. Давайте пойдем в магазин. Я хочу... Обычно грядка 5 из 5 требуется сарай 2 уровня. Сарай я хочу прокачать до 2 левела. Преимущество нового сарая. На ферме можно будет размещать максимум 7 грядок. Для доступа к новому улучшению вам требуется 115.
Очки процветания можно получить украшая ферму. Купить декор. Купить декор. Давайте купим декор. Набор для пикника. Пускай где-нибудь тут будет набор для пикника у нас. Отлично. Плюс 14. Сколько у нас декора? 122. Готово. Так, требуется доска. Давайте купим доску уже. Не будем томить. О, смотрите, она видоизменилась. Прикольно, прикольно. Я думаю, я буду снимать продолжение этой игрушки, потому что, не знаю, мне понравилась игра. Новое задание. Сделать яичницу. Так. Вот яичница. Давайте сделаем яичницу. Давайте добавим яйца. Правда, блин, мы все деньги потратили. Заберем. Отправиться в Гринвуд. Зачем? Я пока не хотел бы идти в Гринвуд. Мне тут много заказов, кстати. Смотрите, это все у меня есть. Давайте сдадим, награда хорошая. О, заберем награду, ничего себе, сразу сколько, 5. Так, что у нас еще у нас? Сдадим. Так, это у нас есть. 5 кукурузы есть. Морковка у нас есть. И у меня уже сразу же 5-й левел. Дали награду монетку. Забор можем делать, также книжный шкаф. Ветки, давайте сдадим. Так, ну, яичницу сдадим. Морковка, яичница, давайте сдадим. $53 можно получить. А, ну все, пока. Одна выполнена, так, сдали. Каждые 5 секунд пополняется. Блин, сколько заказов. Мы так разбогатеем, в принципе, очень быстро. Так, все у нас хорошо. Посадить кукурузу 5 раз. Что это такое? А, участок с оранжереей. Откройте участок, отремонтируйте оранжерею. Открываются новые виды грядок. Прикольно, прикольно. В принципе, мне все нравится. Так, ну для начала я бы хотел с вами грядку сделать больше. Пока что вот такая, все. Сюда садим, наверное, морковки 3. Готово. Сюда посадим кукурузу. Пускай растет. А новая грядка, ну-ка, чтобы сделать грядку еще раз. А, третьего левела нужно, значит. Пятьсот декора, блин. Это все мало декор дает. Садовая мебель. Набор зеленые соседи какие-то. $120. И что там такое? О, есть рулетка. Давайте крутанем. Нужно 5 билетов. А почему тут золото нельзя выиграть, интересно? Ладно, купим еще одну. Все-таки это обзор. О, 25. Окей. Ну, в принципе, вот такая вот игрушка. Я ссылку на игрушку, на эту игру оставлю под видео под описанием. Развивайся, играй. Ежедневная награда, кстати. О, прикольно. Награда. Щенок дадут нам. У меня кошка есть и будет еще щенок. $500. Удобрение. 3 минуты будет. Это все делается. Ну что ж, пишите свои комментарии. Ух ты, нифига себе, тут еще много нам придется убираться. В общем, работа дофига. Ладно, ребят, в следующей части мы уже с вами доиграем. Огород пока что у меня небольшой. Надо много тут чего копать, много чего убирать. И всем до скорого, пока-пока, я потом немножко тут поразвиваюсь и сниму вам продолжение. А пока что, ребят, пока что до свидания, ребят. До скорого, пока-пока.